Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Палт, а мы продолжаем играть Far Cry Primal. Как я и обещаю, я по четвергам все время вам снимаю новые ролики. И, кстати, вот еще вот вопрос к тебе, именно к тебе. Хотел ли бы ты увидеть новую серию ARK Survival Wolf, например, ну, на следующий четверг? Обязательно пиши в комментарии мне. Так. Ну что нам, в принципе, надо бы сделать? Карта. Ага. Ваша деревня. Так. Давай-ка в деревню переместимся. Мне почему-то кажется, что нам, может быть, сейчас уже жилище можно какие-нибудь делать хотя бы. Так. По идее, мы приручили сову, но еще неизвестно, как нам ее использовать. Что-то, если честно, долго грузит. Конечно. Кондохнуть. Z. Сову нельзя призывать. А, во, на Z призывать сову у нас. Так, ну и что у нас тут есть? У нас тут есть чувак. То есть баба, которая что-то делает. Так. В принципе, мне кажется, то, что тут надо как бы эти создавать дома всякие для жителей и так далее, только что-то этого я тут не вижу. Тайник Такара. Так, это возьмем. Чё не берешь-то? Вот жаль, что не берешь. Так, не гори. Не гори мне тут. Так, стоп. А, вот тут. Закрыть. Так, стоп. Возобновить. Ага. Ну, в принципе, тут нам сейчас делать-то нечего. Мне бы это, слушай, переместиться до рассвета. Или я все-таки не могу? А, стоп, точно, чё тут отдохнуть до заката, до рассвета, вот. Чё туплю-то? Взял, ступил. На задание пойдем. Так, ночь. Ночью темно и опасно. Видимость падает, а многие хищники уходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных зверей, растения и коллекционные предметы. Ага, как пожечь оружие? Так. Так, ну окей. Так, где? Нам надо за... этим... Тинцеем! К Тинцею пойти нам надо. Так, о, здорово, чуваки. Мы их тупо обошли. И это угарно. Ой, ёб твою мать. Слышь? Подожги копьё нахуй. Пошёл. Отошли, бля. А ты хуй тут? Отошли от меня. Волки поганые.
Один, судя по всему, прямиком на меня бежит. Это даже не волк. Так, ладно, дальше бежим. Прыгаем. Хорош. Так. Уже тут. Хозяин зверей, найдите вожака волков и приручите его. Волк будет помогать вам в бою. Окей. Окей. Удобно волков охотиться. Быстрым быть надо. Хозяин зверей. Сова. Нажмите Z, чтобы призвать сову. А ваша сова может отмечать противников и зверей с неба. Кроме того, вы можете использовать зрение охотника, удерживая V, пока сова летает. Новая способность совы можно так. Хижину шамана. Йоу. Лететь медленнее. Зрение охотника. Так, не бросить бомбу. Так, этих мы послали зверя точкой маршрута. Выйти. А мне именно сюда надо, да? Так, ну давай пошлем. А, блин. Z выйти. Так. Ну го. Нам надо раскидать как тузик грелку вот этих чуваков. На, лови. Охуеть. Это чё, вот трой пчёл их так раскидал? Ебать. Это жестко. Так, тебя обыскал. Да не гори ты, чё ты горишь-то? Обыскал. Кремень. Так, чё сделать-то надо? Использую, чтобы открыть электрооружие. Идите по крайней мере, чтобы отыскать волчье логово, чтобы использовать зрение охотника. Так, ну окей. Волчье логово. Сейчас мы быстро найдем это волчье логово. Волки близко. Если они близко, почему бы и не поджечь? Ой. В смысле, эту сделай. Это поджечь. Так, мне по идее куда идти-то надо? Не сюда уж точно. Наверное, прыгать. Приманка для приручения зверей. Изготовьте приманку, выбрав ее в селекторе оружия. Удерживайте Q и выделите приманку, чтобы получить подробную информацию. Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы метнуть приманку и подманить зверей. Пока зверь есть, медленно подкрадитесь к нему, нажмите. Удержите Е, чтобы приручить зверя. Что есть, каких зверей вы приручили? Белый волк. О-о-о.
Давай, Гуард, дам наш магам. Так, окей. Офигеть, так просто. Вы можете давать зверю команду напасть на цель или отправить животное. Точку. Прицелитесь с помощью второй кнопки мыши. Нажмите Г, чтобы дать команду, если ваш зверь ранен, подойти к нему и держите его, чтобы узнать здоровье с помощью мяса. Если зверь погибнет, его можно оживить в меню В звери или просто заново приручить такого же. Так, ну окей. Пойдем, зверюга. Прикажите белому волку убить удом. Alt. Отозвать зверя, да? О как! Отлично! Шо, ты хорош. Ну-ка, я тебе помогу. Тебе не надо. Так, меню зверя. Нажмите больше, чтобы открыть меню зверя. Так, в этом меню можно подозвать какого-либо зверя или отпустить того, что уже следует за вами. Некоторые навыки хотят зверей, дадут возможность приручить новых животных. Так, ну... Неплохо. Спасение звери завершено. Лечить зверя. Хорош такой. Новый мастер Винджа. Шаман Ти. Тинцей. Быстрое перемещение. Так, захват... Так. Это мы знаем. Какое у меня там дальше-то задание? К навыки. Вау! Так. Увеличить радиус области. Откроем на карту на 50 шагов. Так, чтобы восстановить одну ячейку здоровья. Так, чтобы восстановить во время бега. Так, ну это еще возьмем с тобой. Нормулик. У нас есть волчара. У нас есть волк. И это довольно-таки круто. Так, что у нас тут дальше будет по заданию? Давай. А чё это невозможно? А, ё. Ёпу моча. Зверь. Зверь, ты это знаешь, что сделать? Да, молодец, молодец. Ты знаешь, что сделать? Ты это... Уйди. Так, ну вот и все. Теперь-то я могу переместиться? Да,
Вот смотри, со зверем, значит, нельзя перемещаться. Вот без зверя ты сможешь переместиться. Так, вау. Ты чё? Не надо мне тут так провисать. Так, ну что, мать? Давайте что, звери, слушай твои команды. Скоро Винджи придет увидеть хозяину в зарей. Надо строить убежище, сказать людям Винджи, а не жить здесь. Так, отстраивайте деревни. Ваши деревни безопасные. Убежище для Винджи, улучшайте хижины. Разблокировать навыки оружия т.д. Ищите ресурсы для строительства. Нажмите, чтобы открыть меню деревни, меню мешка и узнать подробную информацию к Эрозу. Так, улучшите хижины. Так, Х. Так, ну вот мне для бабы надо дом сделать. Шкура оленя, тростник, ольха. Минуточку. Сейчас сделаем. Вот хотя бы еду сделать. Где ольха-то? Вот я вообще... Ольхи не вижу. Ни в какую. Что-то в ПС мало. А, блядь, стоп, чё туплю-то? У них же там в тайнике по-любому что-то есть. Вот по-любому у них что-то в тайнике-то есть, а я тут туплю, хожу еще. Так, ну-ка. Не сюда. Ран. Беги. Быстрей. Быстрей беги. Так. Угу. Ольха. Есть. Кого еще? Тростник ей надо. Ну и этого. Олененка ей. Завалить надо еще. Давай. Схожу за оленем, так и быть. А то хули еще-то делать. Так-так-так. Вот тут олени водятся. Где олени? Олени есть или... Оу-оу-оу, ты чё так, родная? Это кто? На какой там... Вот пипец. А, во, я вспомнил, на какую зрение охотник. А, ну да, это... А чё я туплю? Ну-ка. Загрызть. Туплю тут. Чё это? Это козёл.
Так. Ну-ка еще поищем. Не, ну офигите, а оленей нет, да? Скажите мне еще, что оленей нет. Да. Ну-ка, карта. А, вот она. Не, вот сюда. Мы сейчас еще до туда дойдем. Мы не поленимся, мы будем искать оленей во имя добра и всего хорошего. Так, вот эту вот я тоже заберу. Полезная вещь. Слоны. А, это мамонты, ёпту мать. А, во, бля. Попались. Так, ну-ка, схватить. Бля, схвати оленя. Да. Поймай оленя. Я знаю, что он быстрый, но так надо. Так, ну-ка. Стоп, какая-то... Какая-то редкая псина. Шкура оленя. Где оленя-то завалил? Так, стоп, не сюда. Так, это все есть. Это... Так, сделать... Сейчас тут не могу. Ой, господи, опять я забыл... Все самое важное. На какую сделать эту? Изготовление. Так, не то делаю, не то делаю. Стоп. А, вот, ёпу мать. Так, ну-ка. Волка нахуй. Волк, беги. Лови. Не мешайте мне приручать ебанутую собаку. Редкая дикая собака, заебись. У меня теперь есть редкая дикая собака. И ласкоч. Ха-ха. Отлично, отлично. Редкая дикая собака есть. Так, ну-ка, тебя тоже отзовем. Так. Телепорт. Тут недалеко телепортироваться-то толком. Так, ну-ка. Ну чё ты так? Начинаешь мне тут. Ещё с Far Cry'ем этим. Лагать начинает. Так, ну-ка. Улучшить.
хижина, сейв, улучшение. Задание собирательницы. Сейвы. Навыки собирательства. Рецепты, маскировка запаха, повелитель огня, ускоритель. Так, окей, принять. Заебись. Навыки дали. Так, сова, зрение охотника. Это все у нас есть. Есть. Это что? Ага, снятие шкур побольше. Еще одна ячейка здоровья. Это у нас было. Единица мяса. Ну давай. Кругозор себе расширим. Так. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпал, надеюсь, тебе понравилась эта серия, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну что ж, всем удачи, всем пока.